Всем-всем привет! Давненько я вам не показывала, что я заказываю. А заказывала я некоторые вещи, но, в общем-то, не все показывала распаковку, потому что не было как показать и времени. Ну, в общем, сегодня знакомая уже Розина, то есть Роза заказала. Посмотрите, вот у них появилась фирменная лента. Но, вы знаете, не знаю, такая вот упаковочка небольшая, хотя я заказала 10 штук. И вот судя по упаковочке, мне кажется, что саженцы очень маленькие. Хотя в цене они возросли. Ну, в общем, сейчас открою и посмотрю, не испортились ли они. Так, и вот это вот у меня сайт Бережнюк. Знаете, я тоже у них уже никогда не показывала их распаковку. Дело в том, что у них очень много разновидностей всего, да. И цена приемлемая. Но черенки, ростки у них очень маленькие. То есть, кто хочет сэкономить, то есть, вот как я набрала много чего, сравнительно по дешевой цене, но это маленькое. Вот сейчас убедимся, что я заказала, посмотрю. Я уже, если честно, забыла, что я заказала, потому что заказывала месяц назад, но вот только на этой неделе проплатила. Тут много растений. В общем, посмотрим сейчас. Я распаковала свою посылочку. В общем-то, было упаковано нормально, без проблем. Это, как говорится, старый сайт. Они знают, как это делают. Пострадать не пострадала, но вы видите, ну, такие саженцы. Ну, незавидные, да? Ну, смотрите, вот это вот у меня барбарисики. Golden Tower. Сейчас я по квитанции буду говорить, цена какая. Golden Tower 48 гривен. Видите? Вот такая вот маленькая веточка. 48 гривен. Жалко? Жалко. Не рассчитывала на такое, конечно. Так, барбарис богатели. Богатели 65. Ну, смотрите, ну, конечно, вот такой вот лучше за 65, чем такой за 49. Да? Разница. Так, теперь барбарис голдолита вообще какой-то очень слабенький. Голдолита 65, вот такой вот. Ну, а вот видите, даже ветка, ой-ой-ой, веточка. Так, сейчас будем, даже и пострадала. Так, барбарис Orange Dream. Так, Orange Tower, вот этот вот Orange Tower, хотя он красненький, 48, а Orange Dream, а где же у меня Orange Dream? Так, Orange Dream, 38, вот посмотрите, вот это вот 38, ну, это, наверное, по ценности еще зависит сорт, да, вот это вот 49, а это 38. Ну, вот видите, маленькие. У них маленькие. Но для того, чтобы заиметь, да, по такой цене возможно взять. Хотя немножко обидненько, да? Хочется покрупнее. Так, елочки. Какие у меня елочки? Недиформис. Так, смотрю на квитанцию. Где у меня недиформис? Что-то... Так, что-то не могу найти. А вторая... Вторая, May Gold. Очень хотела, вы знаете, очень интересная эта елочка May Gold. Чем она интересна? Она весной просто ярко-желтая стоит. Красавица. Так, 96. Ну, вот для елочки, я считаю, нормально, потому что елочки дорогие у нас, да? Так, May Gold. Ялина колюча, May Gold. А где же у меня шея ялина? А, ялинка звычайная, не деформе, 49. А что она звычайная? Не незвычайна она. Она теж цікава. Так, ну, в общем, такая цена. Так, теперь спирея. Magic Carpet. Вы знаете, возле нас растет. Все хотела начеренковать. Думаю, это ерунда ж черенковать. Не собралась, а тут видела. Думаю, да ладно, закажу уже. Так, а что это у меня с пере... Magic Carpet 001. А, 19. Вот такая вот
дешевая, поэтому и заказала. Гортензия Magical Flame. Вот такая, вот так, как показать. Magical Flame. Ну, высота, наверное, 40 сантиметров. Уже листья сбросила, понятно. Ну, вообще нормально, нормально. 86 гривен, я считаю, очень хорошие. Вот это вот очень хорошее. Так, Polar Bear. А вот Polar Bear. Polar Bear. Так, тоже смотрим. 75. Ну, вот такой вот. Вот, 80, сколько я сказала? 86, по-моему, да? 80, 84. Да, вот разница большая. И сирень. Красавица Москвы. Я очень хотела, давно хотела, но... Вы знаете, сирень лучше сажать осенью. Весной она очень рано у нее начинаются распускаться почки, поэтому можно погубить. Вот как-то я осенью все никак не получалось. И вот заказала. Она тоже, ну, как не дешевая, как для такой вот. Так, красавица Москвы. 84 гривны. Вот, 84. Ну, сантиметров 20 высоты всего лишь. Вот такая вот. Так, ну вот сейчас покажу вам квитанцию. Кто еще хочет увидеть точно, да, вот квитанция. Они просят всегда аванс заплатить, то есть аванс есть, а потом уже при получении полностью я оплачивала. Итак, это сайт Бережнюк. Можно зайти посмотреть, я же говорю, у них очень большое разнообразие, но будьте готовы, что саженцы очень маленькие. Ну, а теперь давайте розину распакую. Так, вот мои розы. Но я заказывала еще 4 июля, и я забыла, что я заказала. Я говорю, 10 штук, оказывается, у меня их 6. Проверила по накладной, проверила по своим записям, все. А что же это я так перепутала? Ну, мы, слава богу, потому что некуда садить уже эти розы. Так, смотрим, смотрим. Корневая система, да, вот такая вот. Все это буду обрезать, и верхушки буду обрезать. Где есть получше, где похуже. Сейчас я покажу, какие. Так, вот, вот. Вот так вот. Так, смотрим. Ну, хорошая корневая. Даже если верх не очень, то корневая хорошая. Три веточки. Вот я смотрела на каком-то сайте, жаловались. Ой, там три веточки. Ну, веточки-то нормально. Она же не должна быть буйная такая. Главное, чтобы она потом пустила уже у нас с нижних почек. И пошел нормальный куст. Так. Ну, в общем, претензий у меня нет. Кустам у меня претензий нет. Ну, такие, как они обычно, да, нормально, нормально. Теперь, что я заказала? Роза Кейра. Должна быть красивая такая, нежная, нежная, розовая. Похожа на английскую, но это не английская. Так, 120 гривен. Мария Кюри, старый сорт, 90 гривен. Леонардо да Винчи у меня был когда-то, и я вот погубила его сама. Погубила каким образом? Дичка росла, я вовремя не убрала, и, в общем, таким образом у меня куст пропал. Ломоносов, в прошлом году мне его предлагали, возьмите, я что-то отказалась. Я вроде белый уже набрала. Не хотела. Потом пересмотрела, думаю, так, закажу-ка я этого Ломоносова. Шопен есть, Чайковский есть, это тоже белые розы. Ну, еще будет Ломоносов, известные люди, да. Так, Шартрез де Парм, никто не советовал. Так, тут название, ну, по 90 все. Но мне понравилось описание, и вот такого цвета у меня мало роз. Тоже 90. И Лаурент Каброль, хваленая роза. Ну, в общем, вот такие вот 6 штучек роз заказала. Ну что ж, вот такие у меня посылочки. Сейчас корневинчик у меня есть. Замочу, потому что от Бережнюк там все-все сухое. Сейчас замочу, чтобы оно было. И розы тоже обрежу кончики. Обязательно обрежу. Верхушки обрежу. То есть на 3-4 почки оставлю. И посажу. Буду высаживать, а тоже замочу корневинчик. Ну что ж, вот кому было интересно, кто не знает, какие саженцы приходят с каких сайтов, я думаю, вы получили впечатление от этих моих посылок. Ну что ж, всем пока, с вами была Наталья.